Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим три вот таких новых агрегатика фирмы Жардико. Может, я неправильно произношу, но чисто вот я читаю так это по-русски, которую предоставила мне фирма. Это самая Жардико. Это гриль. Это сковорода двойная. Ну, мы сейчас, в принципе, все в отдельности рассмотрим, повнимательнее приготовим на них. И вот такая блинничка. Довольно-таки качественно сделанная продукция. Хороший пластик. Здесь вообще, мне кажется, что-то с металлом связанное. По-моему, металл, хотя я могу ошибаться. Все упаковано вот в такие коробочки. Очень аккуратненько, такие чемоданчики. Описание. Ну, в общем, все сделано по уму, так скажем. Сейчас мы в отдельности каждый агрегатик рассмотрим и приготовим на них блюда, которые, в принципе, готовим обычно, каждый день, через день, ну, кто как. И так мы начнем с гриля и приготовим на нем индийские лепешки с картофелем. Ну, так скажем, по мотивам индийских лепешек. Не могу сказать, что я прям индийский приготовлю. Но по мотивам индийских лепешек. Все. Итак, мы сейчас будем готовить в гриле Жардико. Гриль имеет половину ребристых поверхностей, то есть контактный гриль, и с плоской поверхностью. Ну, как вот, скажем, неделю пользования показала мне, что данный гриль лучше для завтраков. Прям вообще идеально, можно сказать. Тут на два кусочка чего-либо, здесь яишенку можно сделать. В общем, в принципе, очень такой интересный агрегатик, учитывая, что грилей у меня достаточное количество, есть чем сравнивать. Агрегат мне нравится, но чем... Вот мне кажется, что вот здесь все-таки температура горячей получается. Не знаю почему, но вот пока что у меня такое мнение. Итак, мы сейчас будем готовить индийские лепешки с картофельным пюре и с укропом. Тесто. Мне тесто это напоминает рецепт домашнего теста Фило. Сюда идет 200 грамм муки, 100 миллилитров воды и 70 грамм растительного масла. То есть я сделала двойную порцию. Вот оно на самом деле, оно такое прям нежное-нежное, вот как тесто Фило. Очень такое маслянистое, с ним очень приятно работать. Так, для чапатницы очень хорошо это тесто. Прям такое приятное. Прям аж вот... Сейчас мы сделаем лепешечки. Не обязательно много муки, но все равно сделаем. Вот так вот, что тесто маслянистое. Раскатываем по принципу наших, ну, не знаю, наших, не наших, вот осетинских пирогов. Здесь у меня просто картофель, никакого масла, никакого молока, тертый картофель. Залепляем вот таким конвертиком. И сейчас будем раскатывать в тонкую лепешку. Здесь чуть-чуть припылим мукой. Раскатываем аккуратно, чтобы у нас не порвалось ничего. Лепешечка должна быть тоненькой-тоненькой. Вообще в рецептах предлагается ее раскатывать, ну, обычной квадратной формы. И потом там по шаблончику вырезать круглую лепешечку. Ну, я, честно говоря, этого не делаю. Как раскатаем, так и будем кушать. Раскатываем.
раскатываем как можно тоньше. Ну, она неровная, конечно, у меня. Надо круглую. Ну, у меня круглая не получится. Но обрезать я не буду. Не жалко просто эти продукты куда-либо. Поэтому будем есть такую полуквадратную лепешечку. У нас гриль квадратный и лепешечка будет квадратной. Раскатываем тонко. Ну, достаточно так. Жарят на сухой сковороде. Мы жарим на гриле. Так, пока у нас это жарится, здесь у нас тоже нагрелось, мы параллельно приготовим наши любимые кабачки. Кабачки я делаю всегда в одинаковой панировке. Кукурузная мука, соль, растительное масло. Так, партейку сюда. Закрываем. Лепешечка у нас жарится. О, видите, как хорошо. По 1-2 минутки с каждой стороны ее надо будет пожарить. Причем пожарить ее можно с каждой стороны по 1-2 минутки 2 раза. Также ее рекомендуют смазать маслом с одной из сторон и потом укладывать стопочкой промасленную. Ну, конечно, в Индии мажут не таким, промазывают маслицем, мы промажем обычным сливочным. Здесь кабачочки у нас жарятся. Одновременно делаем два блюда. Площадь позволяет. Так, смотрим, что у нас тут. Замечательно. Еще разочек. Лепешечки эти подают с йогуртом. Ну, с любым, который вы любите, соус. Ну, именно вот там подают с йогуртом. А мы и так съедим без йогурта. Так, пока у нас жарится лепешечка, мы раскатаем вторую. Тесто вообще замечательно. Через тесто-раскатку это тесто хорошо. Гладенькое, эластичное. А, как надуваются, красиво. Прям как чапатики наши. Так, одна лепешечка у нас готова. Убираем ее сюда. Кабачочки здесь тоже сейчас перевернем. Закладываем вторую лепешечку. Оп! Оп, как хорошо легла. Кабачки переворачиваем. Они уже мягонькие такие, прям замечательные. Молоденькие кабачки. Кабачки будем кушать или со сметаной, или со сметанно таким чесночно-огуречным, который вот соус я всегда делаю. С ним очень вкусно. Они и так вкусны. Свежие кабачки всегда вкусны. Сейчас они пока молоденькие, они как раз таки самые хорошенькие. Кабачки готовы? Вынимаем их. Очень-очень красивые кабачочечки. Мягонькие, вкусненькие. Очень вкусно. Очень интересно. Очень быстро. Кабачки готовы. Последняя лепешечка у нас снимается. Очень, видите, какая красивая, надутенькая. Мило, дорого посмотреть. Смазываем последнюю лепешечку маслицем. Итак, наши индийские лепешки с картофелем и зеленью.
готовы. Здесь я уже их разрезала. Режутся они на сегментики. И кабачки в моем любимом, ну не знаю, как кляре панировки. Кукурузная мука плюс соль плюс растительное масло тоже готовы. Все эти два блюда мы приготовили, ну где-то, наверное, минут, где-то за 15-20 минут. Это все очень вкусно. Сейчас товарищ оператор будет давить слюной, а я буду пробовать. Я вам скажу, как это вкусно. Это очень вкусно. Хочешь попробовать? Я, правда, со сметанкой просто подала. Но вот еще бы туда чесночку, в эту сметанку. Так что всем пока-пока. До новых встреч. Готовьте вкусно, быстро и полезно.